Что, всем привет, мы снова на нашем канале Лученко Family Food. Сегодня с вами я, Яна, и сегодня мы с вами кушаем. Кушаем вот такие вот вкусняшки, нашла все вкусное у себя дома. Здесь у меня вот такой вот пудинг, у нас давно не было с вами одиночного мукбанка. Здесь у меня не кола, просто вода. Клубника, как вы поняли, будет с нутеллой. Я пока, наверное, ее отставлю, потому что для начала у меня будут чипсы со сметаной. Чипсы вот такие. Лейс. Какой-то винегар. Ну, я так понимаю, это типа уксус и соль. Ну, попробуем. Первый раз такие ем. Что, в общем, я решила сделать мукбанг. Как будто это тет-а-теть. Потому что скопилось очень много вопросов, а когда у нас трое, или когда мы с Авигей, ну сейчас у нас в основном рецепты, там я не отвечаю, конечно, на ваши вопросы. Ну, чипсы. Они, ну, пахнут уксусом. Ну, короче, реально, как будто они с уксусом. Это не то, чтобы невкусно, это как-то больше странно. Вот. Есть вопросы, потому что народ прибавляется, у нас же конкурс. Есть в комментариях вопросы, которые интересны новеньким. Есть вопросы, которые интересны стареньким. Вот, для начала давайте начнем с новеньких. И это вопрос касается Германии. В Германии мы живем. В общем, вопрос чаще всего, как мы сюда попали. Почему мы живем в Германии, как давно мы живем, чем мы тут занимаемся, ну, общие вопросы. Я понимаю, что это, естественно, задает новая аудитория. В Германии мы живем, то есть я, мой муж и мой ребенок Авигей. Просто загляните хотя бы после прошлого видео, поймете, что мы строим. Мы живем 4 месяца. Артем работает в компании, в иностранной компании, мой муж. Он уже работает 10 лет, он начал работать еще в Казахстане. Потом его перевели в Россию. Потом он получил приглашение в Германию. И мы его сделали, ну, перевели в Германию. И мы сюда приехали по приглашению по работе. То есть мы не немцы, не переселенцы, не беженцы. В общем, просто здесь по приглашению по работе. Нам дали как бы резидентов. У меня есть разрешение на работу, и Авигей ходит в садик. Следующий вопрос вот там с языком. Знаем ли мы язык? Нет. Я в школе учила английский, французский, поэтому не знаю ни тот, ни тот. Артём знает английский язык. И здесь ему не нужен немецкий, ему нужен английский на работе. Все. Но бытовой разговор, естественно, мы учим, потому что нужно ходить в магазин, нужно общаться как-то с людьми. Но пока практически все здесь знают немецкий язык. То есть особых таких прям каких-то барьеров, трудностей нет. То есть установить интернет, найти квартиру, купить машину. То есть это все происходит на английском языке, ну то есть в принципе нормально. А жилье. Жилье у нас в аренде. Конечно, мы здесь не купили сразу жилье и вряд ли купим, потому что здесь очень дорого.
Плюс у нас нет гражданства. Вот. Следующий вопрос, ну, это, наверное, с садиком. Где я практически сразу здесь пошла в детский сад. Вообще. Детский сад, здесь дети ходят. Ну, то есть здесь принимают всех детей. То есть вот вы приехали, вы имеете резидентов, и вашего ребенка возьмут в детский сад. Но здесь набор детей до августа, что ли, идет. Ну, в общем, до какого-то момента. То есть ты можешь раз в год подать, скажем так, заявку, что ты хочешь, чтобы твой ребенок пошел в сад. И с сентября его возьмут. Но мы приехали позже, подали заявку чуть позже. И типа все сады уже укомплектовали. Ну, естественно, наша заявка как бы перенеслась бы на следующий год. Но так как мы приехали сюда по работе, то нам дали место. Сразу. Конечно, нам дали не в ближайшем садике от дома. Нам дали там, где свободно. И Авигей никогда не ходила в сад. Ни в России, ни в Казахстане. Просто ей здесь очень нравится. В садике у нее одна, три воспитательницы. И как здесь. То есть эти воспитательницы всегда три воспитательницы. У них нету, ну, типа посменки, да. То есть они все три всегда на работе, но, например, в какой-то день там одной нужно, что там, ну, они как бы могут друг друга как-то заменять. Но не так, как у нас, знаете, в садиках обычно полдня одна воспитательница, а потом после обеда другая приходит. Такого типа нет. То есть они либо все на работе, там, либо какой-то нет. Ну, так. И у нас не полный день, потому что я не работаю в Германии. Поэтому садик дается только полдня. Ну, ей очень нравится. Да, были, конечно, сложности, потому что все дети не говорят по-русски, только по-немецки. Воспитательница одна только по-русски, но, естественно, она не разговаривает, да, там, со всеми детьми, она не может уследить за всеми детьми. И были, ну, адаптация. Ну, я считаю, что у нас очень хорошо прошла адаптация. С учетом того, что мы вообще не сидели там. Один день только мы сидели в садике, но в самой группе мы не сидели. Просто были вообще в садике. Она нас не видела. Потом я еще некоторое время сидела возле садика в машине, ее ждала. Там, наверное, неделю, да. И все. Она очень любит, ей очень нравится. Она даже когда болеет, я говорю, давай дома, ну, сопли там, пошли, еще что-нибудь. Нет. Сейчас садик закрыли. Она очень расстроилась. Для нее как бы это общение. Ну, и мы пошли в садик, потому что у нас в городе, например, в России у нас не было проблемы общения с детьми. Мы выходили во двор, в каждом доме есть двор, и там есть дети. Здесь такого нет. Тут дети во дворе не гуляют, нету дворов. То есть здесь дома как бы вообще по-другому сделаны. Детских площадок практически нет. То есть площадка не на двор, а площадка на район. Да, район большой. Найти вообще детей на площадках нет такого, что ты идешь. Площадка — это качеля там какая-нибудь и горка максимум. И все. И все. И там никого нету. Вообще непонятно для кого. Даже так школьники не гуляют.
хотя было очень тепло, да, мы приехали вроде, ну, вот так вот найти ребенка, нету парков, где ты приходишь, и там дети. В общем, очень слабовато, поэтому мы здесь походили, поняли, что надо идти в сад, что хотя бы там будут дети, хотя бы там она будет учить немецкий. Ну, мы пошли ради этого. Вот. Мне в этом плане очень легко, просто потому что у нее сразу пошло общение, какие-то интересы, там что-то делает. Они просто со мной колупаются целый день. И все. Ну, в каком-то плане это нам даже немножко облегчило там обустраивать быт. Потому что у нее есть интерес, и она нас сильно, ну, тоже, да. Потому что ей будет скучно. А нам тут надо свои первое время проблемы решать с обустраиванием. Потому что с там документами. Ну, в общем. Хотя она, ну, везде с нами, то есть мы там и мебель покупаешь, да, там это везде, она всегда с нами, потому что садик, ну, по факту 3 часа в садике она в день находится. Но в целом как-то так. Садики здесь совсем другие, но особой претензии у нас и нет. К садику еду мы носим, там детей не кормят, группа обычно маленькая комнатка, особо никак не поделена, немножко так как-то после тех садиков, которые там в России, в Казахстане, как мы привыкли. Ну, тут, конечно, другое. Но это как-то не сильно меня тревожит. У них нету, типа, праздников, стишков, каких-то занятий. То есть они просто приходят, болтаются, там, что хотят, то и делают. Воспитатель может предложить им что-нибудь поделать. Кто захочет, подсядет за стол, поделает. То есть у них нету таких отдельных столов для занятий, у них один общий круглый стол. То есть меня даже это как-то, ну, и радует. Закончим. Немецкому ее тоже там никто не обучает. Никаких там нету. То есть она вот что схватывает. Это пудинг. Что-то ваниль там, я не понимаю, если честно. Что-то я его открыла. Давайте я его съем. А потом буду клубничку мазать на тело. Вот. Что касается Нового года, в общем, мы решили здесь не отмечать Новый год, потому что здесь Новый год не отмечают, здесь отмечают Рождество. Но как мы поняли, сначала мы хотели Новый год отмечать. Здесь отмечается Рождество 24 на 25, и Новый год не отмечать. Но мы поразмыслили и думаем. Просто мы не знали, что сейчас Германия на карантин опять ушла. Все закрыли. Ну и мы как бы не знали, что закроют. Садик. Ну и мы думали, что сейчас вся эта движуха, и у Вигей будет много вопросов.
ну, как бы подарки, и там Санта-Клаус сейчас ко всем придет, а к ней как бы попозже, да, ну. И мы, в общем, решили там вот эти адвент-календари все до 24 числа. Кстати, адвент-календарь, хорошо, что я его взяла. В общем, я ей в России в том году тоже его брала. Но вот этот адвент-календарь как открывали. Ну, хаотично там сразу, по-моему, в один день половину коробки открыли да съели. А тут... Они очень рано появились. Чуть ли еще не в сентябре я купила. И как-то взяла, ну, как бы, не в смысле, да, именно адвент-календаря. Но думаю, они прикольные, я ей такой большой взяла. Ну, думаю, классный. В виде книжки. Ну, пусть будет. И потом она... Получается, надо с 1 декабря, они все дети получают эти адвент-календари, они их уже знают, и они начинают их открывать. То есть для них они уже их ждут. То есть здесь, ну, как бы это принято, они уже ждут их, эти адвент-календари, и все. И получается, что 1 декабря. Но утром я ей этот календарь ей не дала. И так она ушла в садик, и я потом такая думаю... А возьму-ка я этот адвент-календарь вместе с собой и отдам ей. А она пришла и говорит, тут, говорит, я ее забираю с садика, мы идем до машины, я прям в машину положила хорошо этот адвент-календарь, и она говорит, сегодня, говорит, сидеть и рассказывать про какие-то календари. Я, говорит, не поняла, говорю, у нас нет такого календаря. А все, говорит, у всех сегодня, говорит, ну, все рассказывают, что им дали какие-то дома календари. А я говорю, ну, а у нас нет дома такого календаря. Я думаю, вот хорошо, что я, ну, как бы взяла, ну, ей, и у нее тоже есть, и мы тут в машину садимся, и она видит календарь, тоже такая, ой, теперь у меня есть, ну, естественно, тоже пошла, на следующий день всем рассказала, что у нее тоже есть календарь. Ну, думаю, что, наверное, вся движуха здесь будет, как бы, завязана под Рождеством. Поэтому будем отмечать Рождество. Ну, я имею в виду, что там Дед Мороз придет, вот это вот все под, ну, должен нам подарки. Ей-то как смысл-то в том, что именно будет этот подарок от Деда Мороза. Вот, ну, поэтому мы решили, что 24-го утром мы просыпаемся, находим подарки от Деда Мороза под елкой. Открываем последний адвент-календарь. И утром будет, ой, вечером, ну, типа, между, там, ближе от обеда до ужина, ну, где-то часов 7-6, мы поужинаем, мы купили гуся, запечем, ну, там, салатики, всякое дело. Делаем. Даже к нам придут знакомые. Тоже на ужин. Вот. А на Новый год решили типа стейки пожарить. Ну вот сейчас не знаю, может получится даже там куда-нибудь съездить. Сейчас и гостиницы все закрыто. Ну вообще мы хотели на Новый год, допустим, в Берлин или куда-нибудь съездить, но вот этот локдаун объявили. И, короче, ни в гостиницу никуда-то не заселишься. Ну и по идее нельзя просто так ездить. Что-то я как-то не подумала, как я буду сюда клубнику мазать. Ладно, она не мажется, видите. Возьми, возьми. Так надо. В общем, что будем готовить? Гуся. Мне вот подписчица уже посоветовала, как сделать. Я, в общем, его хочу вымочить сначала в воде. Ну, пару часов, чтобы он у меня полежал. Потом я его вот мне посоветовали намазать его горчицей где-то, ну, на ночь, чтобы он тоже в горчице полежал, потом эту горчицу смыть и потом только замариновать. И хочу приготовить
капризе или капреза. Ну, салат, знаете. Помидоры, моцарелла и бальзамический соус. Но на тарелку сделать как в виде венка. Увидела маленький черри, маленькую моцареллу круглую, листочки базилика и поливаю соусом. Красиво смотрится, мне понравилось. Я хочу так сделать. Такую селедку под шубой, оливье я делать не буду. Может быть, на Новый год, если мы дома останемся. Чисто позвоним по скайпу, там родственникам будем. Ну, потому что у них на 5 часов с родителями нашими разница. У них быстрее Новый год наступит, а у нас еще будет там 12 минус 5 часов. Это у нас будет сколько? 7 вечера. Нет, 8 вечера у нас будет. У них уже будет 12, а у нас будет 8 вечера. Я думаю, пожарим стейки. Может, сделаю оливье или... То, что традиционно уже для нашего Нового года. Какой-то салат. Вот. И тоже посидим. Поужинаем, скажем так. И все. У нас здесь ничего. Ярмарок нет. Даже елку отходили. Елка даже не горит. Все очень, все грустно. Обломали нас Рождеством. Прям конкретно. Причем здесь обычно очень красивые ярмарки. В этом году там 3 ларечка поставили, все. И то локдаун этот второй объявили. У них называется это локдаун, а вот как в России это называлось, когда, ну, типа... Короче, у нас это назывались длинные выходные. Помните, как нас первый раз когда закрыли? Мы... Такая кисловатая клубника, если честно. Но с нутеллой хорошо. У нас все закрыто. Ну, кроме продуктовых. Получается, что с 25-го, 25-го, 26-го, 27-го магазин работать не будет. Здесь очень... Видели, как у меня глаз дернулся? Здесь очень спасает Амазон. Там можно очень много чего заказать. Вот у меня заканчивается тушь. Я вот уже посмотрела. На Амазоне она есть. Типа, уже 26-го ее уже доставят. Вообще, если честно, мы сколько раз Амазона заказывали, намного быстрее все доставляется. И... Но я покупала в России эту тушь в рублях 1800 рублей. Здесь она стоит дороже, чем в России. То есть, если сейчас я переведу, она стоит 2700 в рублях. Почему здесь маковская тушь, вот эта вот ультрачерная. Здесь обходится дороже. Вообще многое, знаете, обходится
из привычного в России, допустим, даже товары IKEA, например, если переводить просто по курсу, то вот, допустим, я покупаю что-то в IKEA. И когда просто вот смотрю, например, курс рубля и перевожу их сейчас, это евро перевожу в рубли по курсу, то цена больше, чем просто зайти на сайт русский IKEA и посмотреть, какая стоит цена за этот же товар. Она меньше. Эйчик или там Зара, вот такие вот сетевые вещи в евро, если переводить обратно в рубли, выходит дороже. Поэтому если вы едете в Европу, то надо здесь покупать только то, что есть в Европе, и вы в России вы не закажете и не купите. Потому что реально, ну, смысл, да, приехать в Европу, отвариться в эйчике дороже, чем ты в Россию пойдешь и в этих же рублях купишь дешевле. Вот, но я теперь тут попадаю. Знаете, ну, как-то неприятненько, что я знаю, сколько стоит эта тушь, а здесь я ее покупаю дороже. Причем не маленькая разница, согласитесь. 1800 и 2700. 1200 рублей разница, почти в два раза. Ну, может быть, это на Амазоне. А я еще поищу. Может быть, где-то есть подешевле. Все, я наелась. Пишите, если есть еще какие-то вопросы. Возможно, вот такими одиночными мукбанками буду делать чаще и именно отвечать на вопросы. Все. Всем хотел сказать спокойной ночи, потому что у меня уже вечер, я пойду спать. Пока.